Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 5 Lite. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Аккаунты». Здесь у нас уже добавлен Google аккаунт. Давайте мы его для начала удалим. Нажимаем на него и нажимаем на кнопочку «Удалить». Нажимаем «Удалить», нажимаем «Ок» и подтверждаем это действие либо паролем, либо отпечатком пальца. Теперь, для того, чтобы добавить аккаунт, мы также заходим в «Аккаунты» и выбираем, нажимаем на кнопочку «Добавить аккаунт». Далее выбираем Google. И теперь мы вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». Нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.